Ну вот на СКА-арена, на Парке Победы, новенький наш, сделанный. Такую штуку сделали, видите? Да, эти остались. Ну, такое прям автовокзал какой-то. И уже не пройти, все, уже извините. Раньше можно было хоть как-то здесь посидеть на ступеньках, а теперь это прям такой навес-навес, как говорится. А где фигурки-то? Были же фигуры здесь. Их так и не вернули никуда, или вернули? Касса, касса. Давайте вам быстро объедем. Вот он, входы. А вот такие же, ну короче, по образу и подобию Зенит-арены все сделано. Примерно плюс-минус одно и то же. Только, по-моему, даже поменьше Зенит-арены бывает. А парк хороший, здесь парк классный такой прям. Хоть не застроили жильем, как грозились. Такая штука, видишь. Ну все за заборами, то есть уже шарма погулять, выскока там посидеть на ступеньках, уже такого нет. Везде вот такие огромные заборы, но зато классная территория какая здесь. Вот здесь прям можно тусовки проводить. Какие-нибудь там певческие мероприятия. Да, место классное здесь, парк несколько облагородили. Вот такая штука.